Вернуть людям овощехранилище в Солонцах – таково распоряжение властей. Вместо снесенных стаек в поселке должны построить новые. Новости 24 рассказывали о том, что неделю назад строительная фирма снесла деревянный сарай под строительство многоэтажки. При этом пострадали люди. Место для возведения новых хранилищ определят на публичных слушаниях. Для их проведения уже готовят все необходимые документы. Было поручено расторгнуть договор с компанией-застройщиком. 10 числа договор был расторгнут. И было поручено обеспечить остро нуждающимся гражданам строительство новых погребов. Земельный участок администрации Солонцов определен. Строительство погребов в скором времени начнется.